Всем привет, друзья! С вами я, Игрокодор, и я вернулся в эту кучку соседей. Вы не представляете, на каком я уровне. Я на 4-м уровне. Я не знаю, что нас сейчас ждет, но вы хотите узнать. Я знаю, ты именно хочешь. Прямо сейчас поставь лайк, быстрее. Вот видишь, такой палец вверх. Раз, значит два. Два! О, какой же быстрый лайк вы поставили. Это Спанч, Рыба, Планктон, Сквидвард, Красный Чувак и какая-то девушка-тетка или кто. Короче, 4-й уровень. Я не представляю, что нас сейчас ждет. Мне кажется, нас ждет где-то около 4-5 этих соседей. Не знаю, сейчас глянем. Загрузочка пошла. Это уже залог успеха. Мы появляемся во дворе. Тебе нужно найти секрет этих дурацких соседей. И найти что-то. Ладно, это не важно. Какое прекрасное утро. Ла-ла-ла-ла-ла. Я захожу просто домой к этому соседу узнать, есть ли у него соль. Смотрите, вы знаете, что тут есть баг? Мы подходим вот так вот, и тут нет стены. Ха-ха! Это прикольно. Так, забрали мы еду. У нас тут такая вот мяско, видите? О, Сквидвард! Что ты тут делаешь? О, Планктон, почему ты больше меня? Я не знаю, просто так захотелось. Я мил растишку. Что? Ё-моё, это, конечно, озвучка дает. Я предлагаю взять предмет. Подожди, смотрите. Серьезно? А назад-то нельзя выйти? Вот это да! Забираем. Блин, этот, конечно, мусорный бак, он слишком огромный. Я хочу зайти вот отсюда. Отсюда я не заходил. Кидай. Воу! Как? Что? Как он? Серьезно? Вы это видели, как это случилось? О да, я пробрался в этот дом. Оу, щит! Пиу! Пи-пи-пи-ха! Это тупой Сквидвард! Почему ты за мной ходишь всегда? Ой, блин. О, как я оказался тут, я не знаю. Но у нас тут есть комп. Так, мы его взломать не можем. Не можем, хорошо. Ключ. Отлично. Против 4 монстров, 4 этих соседей тяжело играть в этом доме. Но этот дом, благо, он очень большой. Пойду проверю свой бутербродик. Давай, проверь, конечно. Без этого никак. Бутерброд это, конечно, святое дело съесть. Ага, все, я понял, какое у нас управление. Мы забрали это. Так, мы взяли ключ. Запомнили, это самое главное. Чувак, держи! Отлично. Так, забрали, побежали. У-ху-ху! Спанч Бобик, здорово. Так, тебе и надо. Ой, блин, я нечаянно выкинул. Надо подобрать. Подобрали, хорошо. Так, что у нас тут есть? О, они на улице многие. Ай, ты, Сквидвард. Что ты тут бездельничаешь? В смысле бездельничаю? Я хожу, разогреваю бутерброды. Ну, это капец, какое крутое дело. А сам-то что делаешь, планктончик вонючий? Так, я не знаю, что нужно открыть, но мы будем искать эту дверь. Блин, какой огромный дом. Я не ожидал даже. Открой. Так, ага. Так, ну, навряд ли сюда? Да, навряд ли. Это простая комната. Тут, мне кажется, знаете, кто спит? А как вы думаете? Напишите комментарии. Вот такая вот комната. Кого эта комната? Мне кажется, это комната Сквидварда. Теперь давайте именно вот ты напиши в комментарии. Это комната Сквидварда. Так цивильно все сделано. А! Чужо! Отлично. Забрали. Открой. Побежали наверх. Нам нужен наверх по-любому. Блин, этот планктон за мной бежит. Это не есть хорошо. Блин, я его потерял на месте. Ой, ё-моё. Ха-ха-ха, отлично. Открыли. Еще 4-й этаж. Я уже совершенно забыл, что у них тут 5-этажный коттедж. Офигели, откуда они деньги взяли на такой коттедж? Пентхаус, точнее. Даже не коттедж, можно сказать. Так, открывай. Ну, навряд ли. Что? 5-й этаж? Да ладно. А вот тут, как вы думаете, кто спит? А мне кажется, тут спит, знаете кто? Тут спит... боже мой, звезда, как его зовут, я забыл, блин, толстенький. А, боже, прикиньте, вот с головы вылетело, напишите комментарий, напомните мне, друзья, как зовут такого толстенькую звезду. Я совершенно забыл, его специально отправили в такую комнату, он же безобидный. Так, у нас тут ничего, ладно, в этих комнатах ничего. Короче, это комната того толстенькой звезды, так что мы не будем его тревожить, но его тут нет. Мне кажется, они его где-то держат в тайном месте. Они что-то замышляют, эти тупые соседи. По-любому, надо узнать. Короче, спускаемся вниз. Блин, а где эта комната-то, которую нужно открыть?
Так, ну навряд ли туда, давайте будем смотреть. Надежда, ну, как говорится, умирает последней. Открыли. О, здорово, чувак. Не-не-не-не, я не хочу с тобой контактировать, слышишь, чувак? Открывай. Так, я тут был или нет? Ну тут Спанч Боб где-то, блин. Это не есть хорошо, конечно. О, уходим. Нет, его тут нет. Оу, щит! Чувак. До свидос. О! Чё я сделал? Не знаю. Знаете такую поговорку? Никогда не сдавайся. Вот я этому и придерживаюсь. Так, у нас тут, там секьюрити. Блин, давайте ключ заберем, да? Как вам такая идея? Чувак, здорово. О, блин. Ты разломал мое окно. Да, конечно, разломал. Ну, а больше никак с вами больше не поступишь. Так, давайте мы ключ заберем отсюда быстренько, с этой кухни. Забрали? Самое главное, забрали ключ, и все, уходим отсюда. Будем действовать по моей тактике. Тактика таракан. Ха-ха, будет называться тактика таракан. Знаете почему? Потому что мы как таракан будем выходить, да, внутрь, и... Точнее, заходить внутрь и выходить сразу же наружу. Потому что тактика таракан сработает всегда. Йоу, используйте тактику таракан всегда. Это моя тактика теперь, запомните. Ой, тихо. Открывай. Так, там у нас security room. Ну, она нам не нужна, потому что... А что мы там будем делать-то? Там ничего нет. Нам нужно искать двери. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Открывай, открывай. О-хо. Yes, что это такое? А, что я подобрал? Нет. Открывай. А, мама мия! Мама мия! Не знаю, куда я бегу! Пожалуйста, не трогай меня, вонючий чел! Так, тихо, я стал! Забаговались, хорошо. Они должны меня потерять. О, трэш! Трэш-букет какой-то добыл. Ё-моё! Ну ладно, самое главное добыл. Это и есть хорошо уже. Хорошо, походим сюда. Ой, блин, это изоляционная комната. Так, забрали мы эту штуку. Бросай. Бам. Трэш-букет есть. Что мы можем сделать? Не знаю. Мы должны просто выйти на улицу. Это что такое? Вау. Я что-то не помню эту ярмарку. Офигеть. Ладно, трэш-букет я добыл. Что теперь делать? Давайте подумаем. Давайте посмотрим. Food and bring it to your house. Доставить домой. Ох, изи. Блинк это доставить. Чего-то как будто не хватает дома. Ну да, конечно. Наш сосед этот ходит каждый раз у нас в доме. Вы даже не замечаете. В смысле не замечаем? Замечаем еще как. Не, даже этот Спанч Боб ничего не видит. И ты тоже, придурок. Почему он идет до сих пор сюда? Эй, я в дом хочу зайти, слышь? Чел, не мешай мне. Я гуляю как простой гражданин. Не нарушай мой покой. Ни в коем случае. Не, я пошел просто ловить медуз. Да, лови. Вот самое и то. Yes! О, прошли этот уровень, боже. Это было сложно. Что у нас следующее, как вы думаете? Будет ли какой-то новый сосед? А давайте глянем. Вот даже мне интересно, вот честно сказать, мне супер интересно. Так, загрузочка такая долгая, значит будет плюс один сосед. Смотрите. Просто и удивляюсь. You found out that you're... Короче, давайте проверять. Какой сосед добавился? Нам нужно что-то найти и спрятать, да? Ой, блин, не знаю, что мне сейчас ждет. О, ну ладно. Это самое такое интересное, да? Какой сосед нас сейчас ждет? Новый сосед. Абсолютно новый, наверное. Так, коробочку заберем. Без коробки тут нельзя ходить. Это же бешеные соседи. Так, я там видел какую-то дверь, которая на замке. Давайте глянем, она где-то тут, я знаю. Ты не спрячешься от меня. Давай. Ага, вот она, эта дверь. А где мне добыть ключ? Хороший вопрос. Но он где-то тут, он где-то рядом, мне кажется. Поэтому... Изоляционная комната, точно. Там вообще даже окон нет. Ё-моё. Мне предстоит сложная работенька найти ключ. Ну ничего. Поднимаемся наверх. Так. Наверное, мы сейчас наткнемся на нового соседа, да? Мне так кажется, не знаю, друзья. У меня прям предчувствие. Открывай. Ничего.
я тебя понял, конечно. Ну, на втором этаже ничего даже можно не искать, да? Ага, вот она еще дверь. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто там? Кто сзади? А, кто? Не знаю. Тихо-тихо-тихо, кто это? О, блин. Надеюсь, они не тут? Я по карте просто вижу. Не тут, хорошо. Уходим. Так. Ключ! Уху! Я-я-я-я-я-я-я-я-я. Все, бежим-бежим, просто назад бежим. Просто бежим назад и все. Открываем ту вонючую дверь. И смотрим, что будет. Так, где же она была? Ага, все-все, вспомнил. Так, тут кто-то есть? Не, вроде бы тут никого нет. О! Изоляционная комната. Я понимаю, изоляция, тоси-боси. Открывай быстрее. Сейф! Как его открыть? Нам нужно... Да ладно, прошел? Серьезно, так быстро? Блин, даже понятия не имею, какой сосед добавился. Сложно. Эй, ты, дай-ка спустись вниз, я Спанч Боб. Я старикан Спанч Боб. Ой, потерял тебя. Держи! Ой, а что это было? Куда он делся? А, чувак? С тобой все нормально? Я делаю кратковременные пробежки, не мешай мне. Давай-давай, делайте, что хотите. Пожалуйста, главное меня не трогайте, вообще вонючие соседи-пердуны. Так, тут у нас ничего. Ну ладно, короче, друзья. Я так понял, пока я не нашел нового соседя, соседа. И это, наверное, к благу, да, друзья? Нет, не кажется вам? Ой, что это было? А! Ё-моё, я что-то творю. Невероятные какие-то вещи. Становлюсь на эту полку. Ладно. Открывай. Уходим сюда. А, сзади бежит, хотя музыки нет. Что происходит? Так. Короче, друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Все, короче, друзья, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Делайте добро, не делайте зла. И не пропускайте мои ролики. Все будет круто, классно, офигенно. Все, я снимаю сейчас ночью, поэтому немножко заговариваюсь. Но для вас можно и снять ночью, друзья. Все, лайк, подписка. Пишите какой крутой комментарий какой-нибудь. Все, всем пока.